Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня у нас рождественский день, Рождество. Хочу всех поздравить с праздником. И сегодня буду готовить рождественскую курочку на казане во вкусном сливочном соусе. Для этого мне понадобится 10 килограмм куриного филе, 2 литра сливок, очень много свежей зелени и приправы я буду использовать кавказские травы. Пуха сунели и хмели сунели. И также базилик. Погода дождик, поэтому особо сильно показывать не могу. Но само приготовление рецепта и сам рецепт, и само блюдо, надеюсь, покажу. Сейчас поставлю, друзья, на огонь казан. Помыл его, пока остывает немножко. Нарезал куриное филе такими вот крупными кусочками. У меня где-то будет 4 закладки куриного филе по 2,5 килограмма. И буду прожаривать. В раскаленный фритюр буду засыпать куриное филе. Здесь примерно литр растительного масла. Буду сейчас, друзья, подготавливать на вторую закладку куриное филе, а это пока, как видите, обжаривается во фритюре. Примерно прожариваю вот до такой кондиции мясо, чтобы оно все побелело, стало беленьким и вот таким как бы немного рассыпчатым. И делаем вторую закладку. Последняя закладка мяса. Сейчас хорошо ее прожарим. И потом начнем тушить всю курицу, курятину вместе. Засыпали все мясо в казан и теперь добавляем приправы. Мели тунели и кавказские травы. И также добавим соль по вкусу. Я примерно добавлю 1,5 столовых ложки соли. Все хорошенько перемешиваем. И примерно так прожариваем минут 10. Прошло, друзья, 10 минут, и теперь курочку заливаем сливочный соус с чесноком и зеленью. Из зелени здесь зеленый лук, кинза, укроп и чеснок. Много чеснока, много кинзы, много укропа. Сейчас хорошенько перемешаем, накроем крышкой и минут 10
15. Это все будем протушивать. Вот, друзья, прошло 10 минут. Все отлично протушилось. Как видите, идет пар. Все в дыму. Все в пару. Аромат такой сливок. Просто обалденный аромат сливок и жареного мяса. Теперь мы будем это все снимать с огня и кушать. А если вы хотите узнать, какой получился у нас вкус, то настоятельно рекомендую, друзья, приготовить и попробовать. Я думаю, вы только так будете готовить курочку на костре в Казани. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким.